Всем привет, ребята. Ну что, вот у нас и воскресенье, да? И долгожданный розыгрыш, и долгожданный розыгрыш. Но перед тем, как мы начнем наш розыгрыш, немножечко разомнемся. Как я говорил, пооткрываем кейсы сегодня на GG Drop, на GG Drop. А у меня там был, короче, бонус при пополнении 600 рублей. Мне должны были дать 3 скина, я пополнил 3 скина мне. Соответственно, дали. И посмотрим, что мне дали. Короче, вот это и вот это. Вот это я запрошу. Это я запрошу, это я продам. А раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, что ли, уже улетел? 8. То есть, по сути, мне нужно 2 скина, чтобы сделать контрактик. Вот. И второй сайт, на котором будем открывать, это Force Drop. Посмотрим, какая любовь сегодня у нас с ним произойдет. Какие же кейсики сегодня можно пооткрывать-то? На балансе же побольше монеток. Что бы такое открыть? Что бы такое? Fast Game, не знаю, что такое. Evolution тоже не пойми, что такое. Так, давай-ка, подожди. А, у меня есть прокрутка колеса. Давай-ка бонус крутанем. Посмотрим, что он выдаст. О, это ноль. Ого. Слушай, нормас. Прикольно. Так, а что здесь тогда надо? Чтобы еще колесо крутануть. А, или 200. А, ну, открыть кейс на хайп 5 раз. Хайп 5 раз. Давай глянем, что это за кейс. Давайте глянем, что это за кейс. Блин, я что-то не понимаю. У меня идет, не идет запись, а то это. Как бы запись-то включена, а тут ничего не отображается. Ну ладно, будем надеяться, что идет. А то как бы... так, хайп, хайп, хайп. Что за хиппи? Что за кейс хиппи? Где ты находишься-то? Хайп. Хиппи, кейс, хиппи, кейс. Фост, мон, рэп. Хайп, вот, 48. Сколько там надо было тебя открыть? 5 раз, да? Ну, давай откроем 5 раз хайп, посмотрим. Что-нибудь новенькое попробуем. Хайп, вот, давай, оп. Так, давай по... То давай сразу 5 откроем. Чё нам тут? Мы же на хайпе. Откроем сразу 5 раз. Что-нибудь выпадет сочное. Бородавка тебе в нос выпала, ничего не сочное. Смотри. О да. О да. Продаем. А, продаем. Давай еще раз. Ой, а что ты один-то открыл? Посмотрим вообще, что за хайп. Лесные листья, опустошитель. А, так тут 4. Тут всего 4 наименования, которые может выпасть. Давай мы лучше ковид. Ковид вот так вот по 3 пооткрываем. По 3 ковида. И посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет с 3 ковидов нам. Серость, да? Серость, короче. 25 рублей. Не хотит. Не хотит. Не хотит вообще. Стой на медузе. Стой, собака. Не хочет. Не хочет. Так, а что ты у меня такое-то? Большой этот экран-то. Давай вот по 3. Добьем уже эти. Что у нас тут? О, чантика, да? Хер-то там. Хер-то там. Смотри. Блять, опять один. С это сбивается, видео херово. Привык на изике там оставил и ту-ту фигачишь, а тут она сбивается, надо заново ставить. Ну, как бы вообще не алё, не алё. ГГ не алё. Либо я не в свое время открываю, да? Черт его знает. Черт его знает, чего он зевает. А у меня вон еще там на 3 кейса, да, осталось. Подожди, у меня даже на контракт, что ли, ничего не выпало сейчас? То есть у меня даже в контракт нету никакой годноты. Слушай, форс, я такого от тебя не ожидал. Я не ожидал. Ой, форс. ГГ дроп. То есть у меня даже на контракт нету никакой там годноты, чтобы из 10 этих сделать. Слушай, меня даже сегодня Инферно не любит, представляете? Сегодня меня даже не любит Инферно. Так,
Продаем. На один хватаем, открываем. Вот это да. Или ты обиделся, что я это не тебя сразу стал первым открывать, да? Может, ты обиделся на это. Ну все, тут это. Давай тогда в контракты из того, что есть. Пиндюрим контракт. И смотрим, что получается. Я думал, из 10 будет. Ну хер. Хозяин барин. 90. Давай создаем. Отсутствует. Что ты почему? Ну понятно, что они отсутствуют. Я же контракт делал. 141, да? Ну ладно, ладно. Так, тебя мы... Нет, тебя мы забираем. Тебя мы забираем, потому что ты мне пригодишься еще, да? Уточняем статус покупки. Короче, ждем продавца. Хер с тобой, давай. Вот, а мы идем вот сюда. То есть здесь я пополнил 1200 с промиком. А, у меня здесь есть бонус. Прикольный такой бонус. Вот, это при пополнении. Короче, я могу открыть фрикейс. Фрикейс до 599 рублей. Давай посмотрим, что у нас тут есть до такой суммы. И мы это откроем. По-моему, огонь. Огонь и вода, по-моему, здесь, да? Или это на форсе? Или я путаю? Так, 400 есть. А есть за 590? Вот за 500... А, ну точно, огонь и вода за 590. Ну давай. Давай. Один. Подожди, получить один. А почему? Я что-то не понял. Ну вот, у меня же есть. У меня есть бонус. Условия. Максимальная цена 500, а, 559. А тут 590. 559. Я неправильно посмотрел. 559. А таких нету, да? Тогда у нас либо вот это, либо вон это. Ну-ка, что-то хочется все равно что-нибудь такое подороже прям. Но я тут чувствую, буду искать это подороже. Хер знает сколько. Если оно вообще тут есть, да, за такие деньги. Короче, давай не в ее, и вот это вот открываем. Глов. Глов, да, вот этот глов откроем, посмотрим, что тут. Перчи. Ну, короче, мне что-нибудь вот это вот выпадет. Больше тут ничего выпасть мне не может. Перчатки-то, конечно, мне хер выпадут. Смотри, сколько перчаток пролетело, да? О, злобный дайме. Отлично. Что? Что, блядь? Охереть, поняли? Все, я балик свой отбил, который сюда закинул. Я отбил просто свой балик, который сюда закинул. Огонь, огонь вообще прям. Ну, подожди, это ты чё? Это ты чё, столько стоишь? Злобный дайме? Хер с тобой, давай-ка колесико крутанем, посмотрим. Чё тут бонусы дадут какие? Охереть, ничего себе. Два скина. И чё два скина? При пополнении чего-то, да? Ага. Получить. Не, надо пополнить. Давай еще разок попробуем. Да, пусть сгорает. Сейчас опять два скина мне выпадет. Ну, крути колесо ты, давай. Сейчас еще два скина даст, да? Фрикейс. Ну, ты ж доп... Ты чё, блядь, скотина, издеваешься надо мной? А-а-а, попробовать. Попробовать. Все. Ладно. Не, ну Форс, ты, конечно, меня удивил. Ты меня удивил. Прям очень удивил. Так, что мы тут можем поинтересней такое? Поинтересней. Слушай, а может все-таки... Так, тут. Так, давай, давай, давай. Блять. 400. Глов. Ну, только я смогу три открытия сделать, да? Империал. Не знаю, просто какие тут открывать. Давай. Давай смотрим. Сильвер кейс. О, давай сильвер кейс. Я же сильвер. Вот давай сильвер кейсы погоняем. По одной. А что тут может вообще? Наклейки? О, еще и наклейки могут. Так, это мы оставляем. Оставляем. Ну, если что, контракт запилим. Если что, запилим контракт. Посмотрим. Тут еще вот и серая есть СГшка, да, которая может выпасть. Пока меня это... Ну, вот это мы продаем. Мы продаем.
Тут. Ну. Это оставляем. Ну, пока ничего тут интересного такого сочного не выпало. Ничего тут сочного не выпало. Давай на Азике остановись. Угу, хорошо. Хорошо, да, ребята? Прям огонь, огонь. То есть, в принципе, окупился. Сегодня я хорошо тут уже окупился. Кровавый спорт, наверное, был бы подороже, да? То есть, чем Азик. Чем Азик был. Это дешмань. 30 рублей. Давай смотрим. Ход в рот. Ход рот. Да ладно. Сука. Форс, ты чё меня сегодня решил это? Вообще за все свои косяки попросить ошибки? А? Форс дроп, ты чё, блин? Вот это да. Вот это да. Ну это тоже нормально должен стоить. Точняк, поняли. Слушайте, ну форс дроп вообще сегодня прям... Прям извиняется. А почему у меня тут эти херня-то не... А, так, что там, 105. 105, а у меня... 105, а у меня не хватает, да? Камуфляжный. Вот давай вот... Я ж сильвер один. Мне ж он доступен? Доступен. А, нет, я сильвер не один. Вы чё, я ж... Я не какой-то тут сильвер первый. Я тут какой-то сильвер другой. Что тут? На... А, ну, понятно. Валентность. Ну, продаем. Продаем. Все, давайте взлетим в контракт и посмотрим, что у нас тут есть. Так, это мы оставляем. Мы можем, в принципе, вот это. Че? А зачем ты сюда? Сюда? Зачем ты меня сюда закинул? Или подожди, или ты вот... Ага. А, ну такое, давай, новое предложение. Новое... Я не понял, что ты? Какое новое предложение обмена? Вот. Вот это. Подтвердить, принять. Обезьянку я забираю. Все, отлично, закрываем. Так, на каком я крутил-то? На этом, да? Три контракта на... И... А вот это я все заберу. Так, создаем. Создаем. Давай смотрим, что тут может выпасть. Ох ты. Ну, блядь. Смотри, он прям сегодня меня вообще порадовал, да? Он меня сегодня прям порадовал, как этот. 5 предметов. Тут вот. Вот. Я закинул 1200. Вот это все, короче. Не, ага, куда добавьте сейчас? Ладно, я это, короче, за кадром выведу. Я это выведу за кадром. Пришло время, конечно же, розыгрыша. Что мы сегодня будем разыгрывать? Ага. Короче. А, так. Заразыгрывать мы будем. А сегодня разыгрываться, так как мы не выполнили условия по 100 подписчикам, да, то разыгрывать сегодня мы будем вот этот вот аук закрученный. Он будет разыгран один, и одному счастливчику достанется этот приз. Аук закрученный. Сейчас мы переходим на сайт YouTube. На сайт YouTube. Находим ссылку. То есть вот открываем. Ссылка же у нас по вот этому видосу что-то была. Долго. В тему прям, да. Вот. Копируем эту ссылку и... Вставляем вот сюда. Создаем здесь новый розыгрыш. То есть, помните, да? Так, выбрать победителя на YouTube. Давай ссылку указываем, начать. Вы помните, что для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно было лайкнуть этот видос, быть подписчиком с открытым аккаунтом и в комментариях написать, что ты участвуешь. Вот, смотрим, сколько у нас. 24 человека. 24 человека. Давай смотрим. Рандомайзер. Генерируем. О. Да или. Так, давай, комментарий. Участвует. Отлично. Участвует. Хорошо. И подписка. Подписку не показывает.
Видать, аккаунт закрытый, либо еще там без подписки, хер его знает. Ну, чувак, извини, аккаунт должен быть открытый. Я как бы об этом постоянно говорю. Давай следующего. Тимол. Тимол, давай смотрим комментарий. А как, что у меня... А как, блядь, то, что он... Ну, нету условия, видите, написано «участвую». То есть я без понятия, участвуешь ты в розыгрыше, не участвуешь вообще. Просто комментарий там писал. Давай другого выбираем. Блин, капец, как... Да или... Ну, мы тебя уже выбирали, да? Вряд ли у тебя там что-то изменилось. Тимол. Слушайте, а что, другие есть вообще кто-нибудь? Вео-во. Давай смотрим. О, ну, тут даже смысла нету проверять подписку, комментарий. Комментарий вообще не тот. Понтовый чел. Ну, тут это тоже не о том. Ребята, вы прям фьюгер. Ну, по-моему, ты участвуешь. Участвует, есть, отлично. И подписон. И подписон есть. Фюгер, все, я тебя поздравляю, дружище, от души. От души, короче. Ты, соответственно, стал победителем. Вот она ссылка, список участников. Вот они все, кто тут у нас, получается, был. От души я тебя поздравляю, дружище. Ты стал счастливым обладателем вот этого вот ауга. Так, ты, по-моему, у меня есть в друзьях, да? Но в стиме, чтобы я не лоханулся. То есть просто напиши мне еще раз, что все это ты. И я тебе отправлю вот этот вот аук. Поздравляю тебя. Поздравляю с победой. Все, ребят, всем до новых встреч. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии. И всем пока.